точнее фиксировать руку. Молодцы, хорошо. Канат, смотри. Раз. Опа, опа, опа. Вот. Раз, два. Вот, потянули. Потянули, потянули. Значит, сюда. А можно сюда. 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 Вот так. Да. Это у тебя сверху, что ли? Ну, параллельно земле. Чувствуй, вот, вот, за счет тела. И опа, рывок такой. Да, да. Вверху, вот, раз, и вот вы как бы висите, да. Вот. И начинаете подниматься, да, смотри, ногами, раз. Ноги, следите за ногами моими. И раз. Да, и старайтесь, когда я делаю, не делать, чтобы вам было видно, так вы сразу ошибки делаете. Вот, раз. Вот я вешу на канате. Теперь раз. Вот, кто у нас в школе учится, должен точнее знать, как по канату лазить. Опа. Вот. Да, надо сначала научиться висеть на канате. То есть вы должны почувствовать, что он... Каждый раз вы как бы переходите слева направо, справа налево. Вы на плоту, и значит у вас шест, вы опираетесь и плывете. Вот раз, два, три, четыре. Опа, сюда. Раз, два, три, четыре, восемь. Чувствуйте опору, чувствуйте опору. Ногами. Во-во-во, правильно, да. Только одновременно нужно, Миро, одновременно две руки должны. Да, да. Да, вот ты держишься, да. И раз, два, три, четыре. Это как будто бы лестницу из земли выдвигаем. Ну как не выдвигаем? То есть ты сначала вот так вот залезаешь, потом раз, два. Три спускаешься. И вы ставите ногу и поднимаете вот так. Да. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. И спускаетесь. Раз. Два. Три. Четыре. То есть нога как бы так идет. Здесь опираетесь, поднимаетесь. Да. Вот так. А спускаться вот так вот. Сейчас. Да. Раз, два, три, четыре. Без перила никак. Ты сжал перила вообще. Надо опираться на перил. Не держать его за горло.
инструмент. Все от внутреннего воображения. Если у вас внутреннее воображение есть, то вы можете это сделать. Как бы память тела, она у всех существует. Движение. Вот, допустим, то есть, вот вы, вот магия, да, вот вы берете там что-то, да, согнули, да, разогнули, перевернули. Да? О, смотри. То есть оно как бы превращается одно в другое, правильно? Вот пофантазируйте. Главное, чтобы была некая логика перехода. И за счет как бы вот физического, физической памяти материала. То есть, допустим, если вы сгибаете железо, то это железный прут. Вот. То есть вот в этом упражнении ведущий, он как бы учит каким-то своим новым движением, да, и все потихонечку набирают новый опыт какой-то действия. Ведущий должен законтролировать и за четкость формы, и за как бы возможность, чтобы его могли повторить. Да, и смысл. Ну, смысл слишком. Позже. Правильно, вот как раз нужно четко развивать смысл предыдущего ведущего. Не бросать, а именно брать форму и ее развивать. Мы двигаемся в графике. И я дополняю, то есть не повторяю, а дополняю. Вот, пожалуйста, пробуем. Типа того. Не видно твоих рук. О, хорошо, хорошо.
старайтесь ритм создавать. Все хорошо, отлично. Я зритель. Точка. Пишите, да. Уже пошло движение. Найдите точку окончания.